Что там произошло такое? Ой, там обстреливали страшно. Там давай туда, туда, с дороги. И ничего, святого. Да, да, я встану. Я звоню у Лариски. Ну, таможня, там сколько раненых, таможенника. Оль, вам помогать? Это раненый? Таможенника раненый. Они нас убили, ничего. Пустили. Это в тот момент, когда вы проходили? Да, да, да. Обстрел происходил в непосредственной близости от пункта пропуска Донецка. И люди, которые находились в пункте пропуска, сотрудники пункта пропуска были эвакуированы на безопасное расстояние